Здравствуйте, я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся». Программа о том, как избавиться от одиночества. Сегодня у нас жених и три невесты. Женщина-праздник Екатерина. Еще одна Екатерина, сердцеедка. И папина дочка Мария. А жених у нас Михаил. Давайте посмотрим. Михаил, 29 лет. Женился по большой любви, а через 3 года ушел к другой. Но и с ней ему стало скучно. Со всеми бывшими поддерживает дружеские отношения. Михаил – инвестор, занимается вложениями в крупный бизнес. Умен, спортивен, амбициозен. Мечтает о женщине, равной себе. Михаилу не нравятся ветреные девушки, хотя сам не готов отказаться от интрижек. Ему не нужна ревнивица, хотя сам не всегда может справиться с эмоциями. Будущую жену обещает научить плодотворно работать и правильно отдыхать. Давайте встретим Михаила. Мы ждем вас. Добрый день. Здрасте. Какая красота. Боже мой, спасибо вам. Это вам. Благодарю. Ой, спасибо большое. Ну, вы хитрован. Значит, условия девушки. Я типа могу на сторону посмотреть, а ты должна быть целая и невредимая, и всегда нет, дома. Почему? Не обязательно. Может быть, я готов измениться. А может быть и нет, правда? Ну, кто его знает, посмотрим. Не слабенький. Упитанный такой, упитанный. Кто его откормил, интересно? Вот смотрите, вам 29 лет, женаты не были, но у вас было 2 вот таких истории длительных отношений. Не, почему? Я был женат. А, были женаты. Да, еще были длительные истории. Волнуется, по-моему, та жен. Конечно, переживает. А вот, значит, с женой прожили несколько лет, было все замечательно. А вы начали вообще свою бурную вот эту деятельность мужскую аж в 15 лет? Да. Пожил, повидал. Вы зажили самостоятельно? Да, с девушкой. 15 лет. Но мы скорпионы другими, мне кажется, не бываем. А не выпороли родители-то, нет? А какой выпороли? Я отдельно жил, снимал квартиру, ну, зарабатывал деньги. Потворцовывал, что ли? Ну, всякое крутился, бывало. Короче. 90-е годы, сами понимаете. Саша, она его сразу поняла. Диагноз есть. Ну, 15 лет, дитё детём. Да. А она была старше? Нет, она была ровесницей. Боже мой, а её родители? Её родители были в шоке. Вот ну паразит, и в конечном итоге это не срослось. 29 лет, конечно, в жизни вам не дашь. Дашь на десяток больше. Ух ты, на и десяток. Седой. Ну, конечно, по жизни потаскала. А женились вот на этой самой девушке, с которой... Нет, нет, потом была другая. С ней общались несколько лет, и потом поженились в итоге. Ну, и что мешало? По любви, видимо, по большой женились? Ну, так сложилось, что появилась другая девушка. Вторая. Вот и паразит, а! Ну, не паразит, почему? Ну, смотри, ну а как же слезы вот этих девушек и слезы этих матерей? Я был молодой и ранний. Ну, играет гармонь в этом возрасте. Конечно. Мы вообще не виноваты. Это природа так сделала. Колбасит просто. Да все не виноват, все природа. Мужские инстинкты. А как жена-то отпускала вас? Ну, она мудрая девушка была достаточно. То есть не задавала лишних вопросов, скажем так. А детей не родили? Нет. А с другой, вот, которые ушли, прожили аж 3,5 года, почему расстались? Ну, как сказать? Ревностью замучила? Ну, не только, но ее не устраивали отношения, скажем так. Ну, Миш, ну никому не понравится, поверьте мне. Это просто я вам даю такой... Да нет, ну я что, гулял, что ли? Просто у меня определенный образ жизни, вот и все. Ну, какая разница? На серьезные отношения, не готов он на серьезные отношения. Я даже не представляю, вы такой избалованный. А кто же вам на сегодня подойдет-то? Кого замуж позовете? Тех, кто не звали особо. Главное, чтобы был коннект. Да коннект это, господи боже мой, легче легкого. Не всегда. Чем старше становишься, тем сложнее. Ну, может, да. Он в тебе увидит как раз ту единственную, которая позволит забыть обо всех остальных? Могу вас сравнить с таким гурманом или коллекционером. Ну, коллекционером высокого полета. Поэтому вам нужна, конечно, жемчужина вот, в вашей коллекции. Вот попытаюсь сегодня найти вам такую жемчужину. Спасибо. Василиса. К сожалению,
мужчин такого типа, как вы, радуют женщины красивые. Почему, к сожалению? Потому что даже среди этих красавиц ни одна не устраивает до конца никогда. Всегда гложет какое-то чувство недосказанности, того, что может быть что-то лучше. Мне кажется, что самый большой враг в отношениях вы сами для себя. Просто потому, что независимы, свободолюбивы, жаждете быть одиноким и одновременно быть красивой девушкой. Но все равно как-то на расстоянии держитесь. И при этом жестокость способна проявлять в отношениях. Я вам искренне желаю сегодня к девушкам жестокости не проявлять. Самое сложное – желание встряхнуться постоянно. Желание время от времени менять сложившийся какой-то уклад, а вместе с ним и человека, который рядом в этих отношениях оказывается. Мне кажется, если вы в себе это сможете перерасти, преодолеть, только в этом случае станете счастливым человеком. Но очень сложно меняться в одну сторону, на самом деле. Ой, Миш, идите знакомьтесь с первой невестой. Не пуха, как говорится. Спасибо. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть. Я думаю, что у нас с вами все будет хорошо. И мы с вами обязательно поженимся. Спасибо. Зачем ей жизнь таким женихом портить? Молодая еще ведь. Найдется себе кому получше, да. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Боже мой, какие яркие брюнетки. Кто они? Это мои подруги, Светлана и Ирина. Очень приятно. Мы узнаем лучше вас, если посмотрим на экран. Екатерина, 28 лет. Стилист-визажист. Увлекается йогой, акваэробикой и психологией. Победила на конкурсе «Бразильский карнавал». Мечтает поскорее выйти замуж. На протяжении 9 лет родители возлюбленного Екатерины не давали им возможности встречаться и в итоге заставили его жениться на другой. Надеется, что на Михаила никто не сможет влиять. Вам 28 лет, и это естественно то, что вы мечтаете скорее в декретный отпуск. А что там с любовью у вас было? Значит, у меня были отношения очень достаточно долгие. Мы встречались в течение 6 лет. Все у нас было прекрасно. Вот. Но когда мы начали говорить о замужестве, его родители стали возражать. Почему? Он был армянин. Вот, ну, соответственно, как у них полагается, жениться на своих. Вы были знакомы с этой семьей? Я не была знакома с семьей, только, да. Вот, значит, они приехали к нам, ну, то есть к нему, вот, и уже со своими решениями, что ему нужно жениться. Он отказался, родители перестали с ним общаться, не общались в течение года. Это тоже все с его слов? С его слов, да. Наши отношения продолжались, через год родители приехали вновь, и стали проводить такие манипуляции, что как бы бабушка очень тяжело больна, и как бы последняя воля бабушки, чтобы он женился именно на армянке. И он несчастный женился. Да, начали подбирать ему невесту. А вы знаете, что человека вообще очень трудно заставить делать то, чего он не хочет, любого. А уж жениться тем более. И сегодня не те времена, и какая бы семья ни была, мужчину жениться на женщине, которую он не хочет, невозможно. Интересная история, правда? Очень занимательно. И вот он вам пудрил мозги, да, в общем, на тот момент поехал и женился пудрил. Несчастный на той вот он девушке. Он не поехал, мы нашли в этом городе, как бы далеко ходить не надо было. Ему выбрали несколько вариантов, но опять же все поймали, связали его и отвели в ЗАГС. Типа того, да. Вот. Ну, естественно, отношения как бабушка бы на смертном одре благословила. Все, дальше я не знаю, что как там было с бабушкой. Вот. Я прекратила всяческое общение. Ну, если жениха заставили жениться силой, значит, он был неволевой и действительно не ее вариант. Вот. Но через какое-то время, через несколько месяцев он меня нашел. В общем, опять начал за мной рассказывать, как он несчастен в той семье. Да, 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 да. Что, где его там принудили. Да, в общем, что там семьи как бы никакой нет. И наши отношения продолжились опять. А почему же мне сказали ему, разводись, дорогой? Ну, в общем, здрасте. Там, да, там ну речь как, об этом. Если он не женился. Тогда бы бабушка умерла окончательно. Ну, конечно. Такие вы злые. Ну, значит, любила и, значит, знала, чего хотела, стремилась к этому. Наши отношения продолжались. И мне параллельно вот с этим поступает предложение уехать в Москву. А когда вы узнали о том, что жена ребеночек-то родила?
Та нелюбимая. Я узнала уже, когда я жила в Москве. Это уже стало последней точкой. Да, это уже была последней точкой. В итоге всегда таких и берут замуж. Ну, в принципе, да. Так 6 лет она. Ну, зато, может, нас в любовницы возьмут, как обычно. А вы знаете, что голову морочил с первого дня? Его устраивала роль любовницы. Мужчина, который так долго живет с девушкой, встречается и делает ей предложение, его это устраивает. Если она молчит, если она не пытается как-то освободиться и перейти на новую ступень, то ничего не происходит. Многое связано. Я понимаю уже сегодня. Поэтому мне, да, кажется, очень жаль, с большим сочувствием отношусь к тому, что потеряли 9 лет. Но если вы что-то вынесли, какой-то урок, и вас это чему-то, и ваш опыт, все, и сегодня вы готовы выйти замуж? Готова. Мне кажется, ему вообще все равно, что женщина говорит. Он выберет, кто нравится внешне. Она миленькая. У кого грудь больше. Ну, кстати, тогда у нас все шансы. Значит, смотрите, Катенька, я сейчас положу несколько предметов, да? А хотя я тоже положу. Полотенечко. О! Как я люблю вот это живое все. Вот такие штучки я положу. Вот книжечка такая умная. Не могла прочитать стихи тут книжечки. Ну, и вот такой вот органайзер. О! Наш органайзер Первого канала. Вот скажите мне, пожалуйста, какой из этих предметов больше отражает вашу суть внутреннюю? Вы только честно, не пытайтесь. Да, да, этот букет. Вот это. Отлично. Ну, что могу сказать? Хозяюшка-то наша. По нему видно, что он долго присматривается, выбирает, а потом уже, когда понимает, что точно его, тогда он сделает действительно выбор. Я знаю, для того, чтобы вам показать сюрприз, вам нужно подготовиться. Да, да, переодеться. Да, пожалуйста. Девчонки, а вы не были рядом, когда ей голову-то морочил 9 лет? Вот этот? Нет. Но вы-то ей говорили, наверное, когда она рассказывала, дура ты дура, просто он тебя использовал. Нет, почему? Ну, мы считаем, что это опыт какой-то в жизни своей. Ну, 9 лет. Ну, нормальный опыт. Ну, у всех разный опыт. Длительный опыт. Да. К сожалению, 9 лет, но тем не менее... Ну, это, с другой стороны, ее характеризует как человека постоянного, неветренного и очень верного, и очень терпеливого, правда? Конечно, безусловно. Ну, ей понравился, мне кажется, мне, мне кажется, тоже, да. Надо ее спасать. Он же ей всю жизнь испортит. Надо спасать ситуацию. Да, пойду, пойду спасу. Пойдем, смотри, сюрприз. Это, наверное, ее жених, ее бывший научил. Танец как танец. Да. Не дотягивает. Молодец! А ничего там цыганского в крови-то у нас нет? Нет. Пару-тройка электроцитов там или ничего не замешалось? Отлично. Нет, ничего. Танцует хорошо. Ну, будет ему танцевать, ему сидеть надо. Каким мы добрым. Молодец. Надо было поглотить, наверное. Да? Успеете. Миш, ну какая конечно. Девчонка, правда? Да. Спасибо вам огромное. Спасибо, отлично. Вот такая у вас подружка. Выбирайте эти комнаты. Ой, молодец. Да? Молодец. Очень красиво. Шикарно. Пацаны прям трепенулись. Что, понравилось? Хороший? Мне нет. Почему? Я не люблю цыганские танцы. Еще я не люблю острые ногти. У меня ассоциируются с когтями там. Вопьется, 9 лет не отпустит. Но... Так это ее не отпускал. Это, кстати, как не факт. Это интуиция ваша. Ой, это женихи прям, я не знаю. Ой, эти друзья.
завидует. Да. Все. А я ему понравилась. А вы что скажете? Хорошенькая девушка. Миш, тебе понравилось? Мне понравилось. Да. Что вы скажете? Мне вот мнение, чье важно. Я могу сказать, Катя позитивная такая девушка. Это вы хорошая. Как мне кажется, открытая. Достаточно. Вот, в целом, общее впечатление. Вы очень... знаете, я считаю, всему свое время. Такой ранний опыт для девчонки в 17 лет совершенно не нужен. Поэтому у меня просто большое сострадание к Катерине. Вот как-то, мне кажется, нужно ей вот порвать, все это затоптать и начать совершенно новую такую жизнь молодой женщины. Однозначно. Да все это уже давно разорвано, господи, это было-то когда? Катенька домашняя, она источает уют. А Роза молодец, прям в точку, видишь? Но я уже сказала, вы же ценитель, да? И нам нужно произведение искусства. Хохлома тоже искусство, не менее ценное, но вы ценитель драгоценных камней. Ну, конечно, не подходит Катенька, но не дотягивает она вот под ваш уровень драгоценного камня. А так хороша. Ничего себе! Мне кажется, Роза немножко недооценивала себя. Василиса? Конечно, скорпионы в жизни не ищут легких путей, Катя не исключение. Я думаю, что в отношениях с тем мужчиной речь уже шла о каком-то, не знаю, принципе, что ли, на который она пошла. Но, вероятно, разум взял верх. Я не поняла, ему понравилось, нет? Новое знакомство через несколько минут. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Звоните на номер 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. И оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся». У нас в гостях Михаил. Идите знакомьтесь со второй невестой. Удачи! Спасибо. Удачи. Меня зовут Екатерина. Очень приятно, Екатерина. Мне тоже очень вас приятно видеть. Я честно скажу, мы пока сидели, смотрели. Прямо такое лицо знакомое, как будто мы уже как-то вот где-то то ли встречались. Вполне возможно. Мне кажется, вы мне во сне снились все. Ну, наверняка. Да? Хорошим, надеюсь. Вам не кажется, да, вот я тоже что-то общее не чувствуется, да? Спасибо. Волнуется, конечно. Да, по поводу второго уже так напрягся. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте. Кто пришел вас поддержать? Это мои лучшие подруги, блондинки. Наталья Анатольевна. Екатерина Александровна. Очень приятно. Давайте посмотрим на экран. Екатерина, 33 года. Помощник вице-президента по безопасности в крупной сотовой компании. Увлекается горными лыжами, любит путешествовать, мечтает о декретном отпуске. Первый мужчина Екатерины был женатым, второй – дамским угодником, а третий – азартным игроком. Надеется, что у Михаила нет недостатков, и он станет ей достойным мужем. Мечтать о декретном отпуске. Вообще очень честно. Да, ну что-то тут все, видимо, уже. Я не первая. И я мечтаю, если честно, о декретном отпуске. Ну тогда уж и я. Да? А я нет. А теперь она уже понимает, что подпирает. Надо. Подпирает, да. Я всегда хотела замуж, но как-то не складывалось. А теперь почему, уже, да, теперь я уже понимаю, что очень надо уже. А почему не складывалось, как думаете? Ну, потому что я такой наивный, видимо, человек, что я хочу всего и сразу. И чтоб и любил, и не изменял. И денег давал. И много причем. Так не бывает всего сразу. Сказок нет. Да, знаете, в молодости такое было. Сейчас я уже поняла, что не нужно конечно, самой, да, работать. Конечно, самим работать. Не, ну вы не наивная. Важна, какая да? Вы наивная? Вы встречались и с женатым, и у вас был мужчина богатый, который квартиру купил и содержал. И меценат. Нифига себе наивная. А вы знаете же, ну, как бы, больше всего-то нравятся же честные, наивные девушки. Именно им и дарят подарки, бриллианты, квартиры. Да, я не знаю. Ну, хитростью нет. Хитростью, мне кажется, умного, богатого человека ты не возьмешь, он раскусит. Правда, Михаил? Однозначно. На нее он больше реагирует, мне так кажется, чем на предыдущую девушку. А вот роман с женатым, что так сильно любили?
Вы знаете, нет, не любила, вот честно скажу, врать не буду. Не любила, но как бы устраивала все. Удобно, да? Удобно, замечательно. Опять же, всем советую. В молодые годы поддержка от взрослого мужчины заботливого. И мир посмотреть, и высшее образование получить, там, не думая о куске хлеба. Очень хорошо. И шмоточки, так вот, когда это важно, то одежда какая-то красивая. И для души другого, да? Ей нужны бриллианты, она квартира, а скорее они деньги. Да. Катя, а вот в Германию вы поехали тоже по любви? Нет, тоже не по любви. Тоже как-то вот думала, что все наладится, стерпится, слюбится. Вроде в Германию пожить, поучиться. Я всю жизнь немецкий язык очень любила. Тигрица, увидела, схватила. Да. Да, причем схватила, кто побогаче. Угу. Ну, а почему не срослось? Оказалось, что бедный. Слушайте, мне кажется, что проблема-то во мне, наверное. Ну, правда, хороший был человек. А что не устроило? Ну, не устроило, да, то, что как-то вот в Германии тяжело очень устроиться на работу. То есть я так пожила. А вообще любили когда-нибудь? Ой, да конечно, конечно. Я же вижу, Кать, что вы кривляетесь, что артистка Погорелого театра сидит и думает, что она сейчас вот такую ушлую меня обведет вокруг пальцев. Так я уж такая корыстная. Вам, девочки, советую любовников, чьих любить-то надо с них брать, все пока дают. Нет, не дадут, отберем. Же совет же. Ну, да ладно, бросьте вы, да бросьте вы. А на смертном одре что будете вспоминать? Ну что будете вспоминать? Колечки, всего 10 пальцев, что будете шубы вспоминать? Как любили, целовали, спали с нелюбимым? Не, ну не, что? Надо семью, детей обязательно. Да ну чего, я не согласна. Надо. Надо спать только с теми, на кого у тебя волос шерсть дыбом встает. А все остальное это гадость. Я даже не со стороны нравственности. Потому что это тебе кажется только. Ты один раз с нелюбимым за деньги, второй раз, а потом потом заболеете просто. Не, ну как это сказать, же разрушает себя, ты начинаешь гнить изнутри. Нельзя себя продавать. Ну, поэтому я понимаю, что вы сейчас у меня просидите и за нас пытаетесь вот так обзять. Типа я такая рыжая и ушлая, а я такая брюнетка и ушлее. Да нет, что было по правде? Рассказывайте, колите, кого любили, спрашиваю. Да я говорю. По ком рыдали, кто сердце разбил, что такая брюнетка стала. Рыдала. Ну, как вот всегда же, если мы нравимся, да? Ладно, вот про того, который вымотал все нервы, который в карты играл, про алкоголика. Любила, вот, очень вот любила, и без денег жили, и кушать было нечего, надорвалась, и все прощали. Надорвалась, все выносила из дома? Ну, в принципе... Что-то оставляла. Особо выносить-то нечего было. Ну, уже под конец, наверное, нечего. Да. А вы все работали, а он все играл, а вы думали, что вы его... вытащите своей любовью, а не получалось, да? Тоже, это я совсем молоденькая была и как бы вообще ничего не понимала. То есть надо же как-то уже с годами разбираться в мужчинах. Мне кажется, мужчина все равно должен заботиться. И в этом не корыстная какая-то женская натура проявляется, а в этом просто очень по жизни совпадает. Знаете, когда мужчину любишь, и мужчину обмануть нельзя, он сам все отдаст. Не все. А когда женщина его не любит, он тоже это понимает. Ну, он, мне кажется, он еще не понял, нравится она ему или нет. Для вас тест роз приготовила. Ага, сейчас. Значит, выберите предмет, который больше соответствует вашему внутреннему состоянию. В это я соперницы не вижу. Можно мне, пожалуйста, бусики? Бусики? Такая прелесть вообще. Бусики, понятно. Вы украшения. Вы женщина-украшение. Вот так вот. А теперь, может, это. А теперь сюрприз. Никуда вам от него не деться. Проходите, пожалуйста. Можно, да, уже? Так. Я так чувствую, глаза будут загадывать. Ну, логика понятна, да? Будем слушать мои команды. Я буду сзади чуть-чуть управлять. Так. Это мы сейчас будем выбирать место нашего свадебного путешествия. Ну, давай, Мишань. Вот так вот, вот так вот. Да ладно, он и так с завязанными глазами. Ну и вот, в общем, карта у нас вот мне нужно здесь. Вот воткнуть. Надо так куда-то воткнуть. А она рифленая? Нет. Она нет. А, так. Ну, я представляю, где это примерно. Это вот где-то. Ну, нет, выше. Сейчас он в Индию отправится. Она его направляет, куда сама хочет. Да, да, да. Выше, стоп. Давай. Что? Нет. А что вы не шевелитесь? Левее, выше. Нет. Сюрприз будет. Молодец. Продвигаю. Северный да. Полюс. Так, снимаю? Да. Да.
Опять Германия. Франция. Германия? Канада, мой друг. Франция. Поворачивайтесь вот так. И Париж. Париж. Опять в Париж. Я ни при чем, он сам. Он сам. Спасибо. И вот это вот чудесное вино, вот так немножко покажу, мы именно там в Париже вместе разопьем. Я даже надеюсь, с вашими друзьями, потому что они нам очень понравились. Спасибо. Спасибо, приятно. Ой, слушай, ну вы молодцы. Прям. Садись. Только. Что вы скажете? Ну, для друзей вариант неплохой. Сразу в конце было сказано о том, что мы же разопьем вот бутылку вина вместе, то есть четвером, я так понимаю. Разговор же об этом шел? Скорее всего. Опять же, о расчете. Сначала был расчет всегда с мужчинами про деньги, а здесь какой-то совершенно другой расчет. Едем свадьбу 6 на 4, Миш. Не, вариант неплохой. Поддерживаю. Смотри, ну мне кажется, ты понравился, особенно друзьям после бутылки. Вы что вы скажете? Ну, я думаю, что Михаил со мной согласится, что на сегодняшний день, наверное, потребительское отношение к мужчине уже надоело. То есть хочется искренности и открытости. Поэтому, мне кажется, это не 33 так. года, ни котенка, ни ребенка. Ну, хочется же уже все успеть побыстрее. Ну, конечно, появится мужчина, который позволит ей расслабиться и быть самой собой. Будет она обычной Катей. Да не, уже не сложится. Уже я думаю, что вряд ли. Это уже стереотип. Это уже манера общения, это уже наработанное из года в год. Ну, а вы-то с вашим опытом что увидели? Согласны с друзьями? Ну, я увидел, что у девушки действительно богатый жизненный опыт в какой-то степени. Вот. Так, мне кажется, он себя как в зеркале в тебе увидел. Да, вы одинаковые, точно. Поэтому пока мнение такое неоднозначное. Ну, Боже. Я же сказала, украшения. Вот вы одно коллекционируете, она диаметрально противоположная, но в этом же ключе. Вот хотите стать очередным приобретением в ее коллекции? Ну, мужики сейчас не дураки же, которые с деньгами. Но лучше он возьмет 18-летнюю Просковью из Подмосковья, научит ее прилично себя вести, мало пользоваться косметикой, выучить языки, там, я не знаю, правильно общаться, ну, образовать ее, чтобы было с ней интересно. Ну, кто возьмет взрослую, зрелую женщину? Ну, тогда и веди себя как взрослая, зрелая женщина. Ну, так не факт. Взрослая она только по паспорту. Зрелая женщина не пришла бы в таком виде, извините. В каком это в таком? Ну, в таком, слишком откровенном. Не, ну надо показать Тамар лицо. О чем и речь? Нет, выбор правильный. Нет, мы долго платье выбирали. Мы же на мужа рассчитываем, нам замуж надо. Ну что, вы еще очередная коллекция. С Екатериной по-женски было бы общаться довольно интересно даже. Но для мужчины она чересчур искусственная, чересчур сделанная. Даже слова, которые здесь звучали, но они простроены просто от начала до конца. Нифига себе, я простроенными словами говорю. Ты у тебя вообще был чистый экспромт. А, да. Конечно, любая женщина имеет право работать над внешностью, все мы это делаем, разумеется. Но не только над ней, это нужно работать над чем-то еще. Она просто волновалась, неужели непонятно? Конечно, там непростая судьба. Но многим женщинам кажется, что если я буду вот такая девочка-дурочка с волосами цвета одуванчика, то вроде как бы быстрее... Там, блондинкам все простится, да? Да даже не блондинкам. А на самом деле все наоборот. Сложный персонаж, Катя, сложный. Прошли все-таки волосы по твоим глазам. Впереди у нас третья невеста, судьбоносный выбор. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю вам, Михаил, познакомиться с третьей невестой. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Мария. Я надеюсь, у нас все получится. Очень приятно. Спасибо. Нелегкий будет выбор. Мишани. Здравствуйте, Мария. Давайте посмотрим на экран. Мария, 25 лет.
Имеет два высших образования, но сейчас не работает. Увлекается спортивными танцами, изучает иностранные языки и мечтает найти завидного жениха и уехать с ним жить в Испанию. Мария влюбилась во взрослого и разведенного мужчину с ребенком, но ее отец поставил жесткий ультиматум – либо я, либо он. Надеется, что Михаил понравится ее семье. А чем ваш избранник так не угодил отцу? Дело в том, что мой папа считал, что этот мужчина меня недостоин, что я должна заслуживаю лучшего. А почему? Чем недостоин? Был старше вас? Он был разведен, у него был ребенок. То есть мой папа... Хотел, чтобы вы жизнь с белого листа начали. С белого листа, но хотя бы не было детей. Он очень категорично относится к мужчинам, которые имеют детей. Если бы человек был нужен, да? Этому мужчине была нужна, то там бы и папа... Не в счет был бы. Ну, вы ведь его ослушались и уехали к своему возлюбленному. Да. Мы 2 года встречались. Мы жили вместе какой-то период времени. Но он жениться не собирался? Мы собирались жениться. Когда об этом узнал мой папа, он сказал, либо я, либо мужчина. Жених одинаково на всех как-то равнодушно смотрит. С таким лицом, что и это я уже видел, знаю. Ну да, смотри, какой у него равнодушное лицо. У всех одинаковый взгляд. А вас все устраивало вот, в жизни с молодым человеком? Да, меня все устраивало. Я очень любила его. Я очень любила. Вот когда вы вернулись в семью, что отец? Он был очень рад. А вы? Я очень тяжело переживала. А он видел, что вы страдаете? Видел, но он говорил, ничего, ты найдешь родительский лучше. Родительский эгоизм лучше. Какой. Ой. Ужас. Очень Простили тяжело. Отцу, нет? Простила. Простила отцу. Но сейчас не жалеете? Сейчас уже не жалею, но... Он женился, нет? Жалела. Он буквально месяц назад женился. По большому счету, если бы он захотел, он бы нашел общий конечно, язык с папой, конечно. И все было... А как давно вы разошлись? Разошлись мы 2 года назад. Скажите, а потом, вот, когда уже страсти улеглись, с отцом пытались поговорить? Нет. Почему? Я не считала, так... что это... Это уже ничего не меняло, смысл бы с ним разговаривать. А мама, она что, бессловесна? Мама приняла позицию отца. А родители в курсе, что вы пришли в программу? Да. Конечно. И как папа отнесся к этому визиту? Почему нет? Ну, почему нет? Или они однозначно все-таки желают вас пристроить? Потому что если вдруг сегодня Михаил выбирает вас, где гарантии, что папа не начнет воевать и с его образом тоже? Гарантии, конечно, нет. Папа, вы папина дочка, да? Я папина дочка, наверное, да. Безумно всю жизнь любил. И любит сейчас безумно. Да. Я только родила ребенку. Девочке было 5 месяцев, наверное. И мы сразу купили ей большую кровать в спальню. И одну тумбочку, потому что девочка спит с моей мамой. И вдруг со злым лицом Игорь приносит вторую тумбочку, ставит. Я говорю, а зачем ты? Ян говорит, если она выйдет замуж, где этот козел будет держать газету и очки? Я говорю, она что, здесь будет с ним? Он говорит, пусть лучше здесь. То есть он ненавидел уже этого несчастного. Моей дочке всего 10 лет. Он же сейчас ненавидит его. Смотрит на нее и вздыхает. Что же это такое? Это такая отцовская, эгоистическая, безумная любовь. Несчастная. Ну вы не понимаете, что вы портите жизнь дочери. Ну пожалуйста, ну шаг назад чуть-чуть. И так же любите. А вы представляете, если не выйдете замуж? Представляю. Ну что, папе будет радостнее? Конечно, нет. Ну, был второй... А после... Да, вот второй. Был второй мужчина. Папа очень был доволен. Очень был доволен выбором, потому что мальчик молодой, без семьи за спиной, без детей. Очень любили меня его родители. Мальчик очень нравился моим родителям. Все было, казалось, замечательно, все было идеально. Но мы поехали как-то вместе отдохнуть. И вот тут-то все проявилось. Я заболела. Лежала с температурой. Мой молодой человек спокойно уехал гулять. Он не позвонил за 3 часа ни разу. Как я там, что я... 3 часа? Если бы он уехал на 3 месяца, не позвонил в номере ни разу. В номере не было даже воды. А приехал с сюрпризом? Нет, он приехал... А что, тебе плохо, дорогая? Ой, ну извини, я не знал. Если бы я знал, что так, то я бы с тобой посидела. Конечно. Может, и правда. Но вы обиделись. Я очень обиделась, но думаю, ну ладно. Один раз, да, все бывает, простила. Приезжаем мы домой, у меня заболела мама. Ну, тяжело болела. Увезли на скорой ночью. Надо ехать. Молодой человек жил в соседнем доме с машиной. Я ему звоню, говорю,
мама в больницу отвезли, давай поедем, потому что на скорой может только один человек уехать. Он мне говорит, ты знаешь, мне вставать в 7 часов утра, возьми такси. Не-не, папе он однозначно жених, это не понравится. Да и жених уже сам... Да никакому папе такой жених не понравится. Жених уже сам не рад, по-моему, что он сюда пришел. А, Роза, я знаю, что ты приготовила тест. Значит, вот вам предметики. Две полоски. Да. Выберите тот предмет, который больше соответствует вашему внутреннему состоянию. Цветы. Боже мой, ну что ж вы как все-то? Хозяйка она, как все. Нет, потому что вы это самый дорогой предмет из представленных. Или, наверное, потому что вас жаба душит. Да? Вам не то подарили? Почему? О, а нам подарили. О, да. Хозяйка. Хозяйка-то значит, она. Хорошо, хозяйка, пойдемте, показывайте хозяйка. Сюрприз. Михаил, так как вы человек любознательный, любите активный отдых, путешествия, то я вам хочу подарить впечатление. На этом столе 7 различных впечатлений. Выберите, пожалуйста, то, которое вам больше по душе. Так, а я могу смотреть, да? Да. Нет, вы смотрите только на лица. Вверх на эмоции. Годами? Да. Нет. Сколько нужно выбрать? Одно. Одно. Выбрать одно из 7. По тому, что я читаю, или именно по лицам? Как хотите. Лучше по лицам, что же вы прямо не, такой не, не, чтец? Так чтец? Интереснее. Нижнего левого выбирай. Все страшные, как собаки. Триллер. Такие короли Диснейленда. Ну, долго ты думаешь очень. Конкретно подходит. С чувством. Вот так вот, да? Вот. Переворачивается. Йога. Держите. Это ваше новое впечатление. Вот вам то, с помощью чего вы сможете его осуществить. Спасибо. Какая я молодец. Надеюсь, что вы получите много положительных эмоций и обязательно поделитесь ими со мной. Наверняка. Я как раз никогда еще не пробовал заниматься йогой. Мария, вы обворожительная. Спасибо. Вы знаете об этом. Я желаю вам счастья. Спасибо. Квартиру спасибо. Снимите, от папы уезжайте. Мой вам совет. Идите, девчонки. Девушки. Ну как? Ну как? Ну, очень приятный. Ну, приятный, да. Он смотрится в жизни лучше, вы чем по телевизору. Смотритесь вместе, да? Просто вот, отлично. Да? Я уже по вашим лицам вижу, что вам понравилась Мария. У нее очень красивые глаза. Поэтому, ну. Хотя говорят, что красивые глаза всегда обманчивы. Да? Но то, что она умная, образованная и прекрасно себя преподносит, это да. Ты понравился главному критику. Честно, не нравился. Что вы скажете? Могу согласиться с мнением друзей в том числе. Вот. Тоже нравится, что девушка улыбается. Вот я думаю, что самое трудное в воспитании детей – это при огромной любви к ним не давить на них, не давать их советам. Да, особенно, такой... когда они вырастают. Он так улыбался, искренне тебе смотрел. Да. Посмотрим. Конечно, пуповину нужно разрывать и как можно быстрее. От этого ни вы меньше не будете любить отца. Не отец, он привыкнет к тому, что вы уже большая девочка и ушли от него. Маш, иначе счастливой не станете. Ой, да не факт, что она прям так это. Я вообще в Машеньке вижу задатки домашней скандалистки. Да. Да, и тот факт, что она предпочла цветы, это только укор тому, что вы ей их не подарили. А, да ладно. А ей, да, да? А ей больше подходит органайзер, потому что девушка достаточно деловая. Будет желание починить себе мужа, в общем-то, поэтому вернулась к отцу. И ссоры, конфликты, брак недолговечен. Скажи, да, связь есть, что вернулась к отцу, починить мужа? Ну, в гороскопе я деспотических задатков не вижу. Ну, не в такой степени. И деловых прямо. Задатков не вижу. Да, все натурально. Ну, все, да. Все, в принципе, не так плохо. Мне кажется, это все очень хорошо говорит. Угу. Я со своей стороны могу только сказать, что это девушка, которая пригодна быть женой, способна быть мягкой, обворожительной для своего мужа. Но способна быть и девушкой достаточно конфликтной в личных отношениях. Я уверена, что много что происходило вместе с этим мужчиной, обремененным ребенком, в том, что касается выяснения отношений. Конечно, все было не так безоблачно и чисто, как эти голубые глаза. Уверена, что дело не только в отце. Но, тем не менее, наверное, могла бы ее рекомендовать. Молодость, красота, еще какая-то, ну, не знаю, свежесть и отсутствие искусственной простроенности. Вот, наверное, так.
Ну вот познакомились с тремя девушками. Кого из них видите рядом с другом? Ну, может быть, Екатерина Первая. Очень хорошо, красиво танцует. Может быть, что-нибудь сложится у Михаила с ней. Ну что, детка, понравился Миша тебе? Да, мне понравился Миша. Очень приятный, открытый. Достаточно обаятельный. Да. А как ты оцениваешь свои шансы? Ну, я себя оцениваю свои шансы на 100%. Да, я не вижу ни одной из девушек рядом с Мишей. Спасибо. Вы что скажете, Михаил? Ну, в целом, все три девушки достаточно хороши. Так, в принципе, ничего такого однозначного пока сказать не могу. А все девушки действительно хороши, и у всех уже было достаточно неприятностей в своей жизни для того, чтобы еще встретить одну неприятность по имени Миша. Ни потому в коем что случае. Вы. Я да подарок ладно. Ко дню рождения, серьезно. Да. А потому что вы действительно искушенные в этих в любовных делах. Как тебе жених? Слушай, потрясающе. Вообще такой мужчина, вот прям мое. Понравился? Очень. Очень. Даже то, что вот он такой, как бы, бабник немножко. Берем. Ни одна из девушек не может стать вашей женой по разным причинам. Говорить не буду, не делайте такие глаза, да правда? Ладно. Да ладно. Вот. Поэтому я никого не рекомендую, только из сострадания к девушкам. Мишечка, вы еще погуляете. Да. У вас сейчас самый расцвет, ну, конечно. Вы такой сладкоежка. Да. Ну, да. Роза. Ну, жениться-то надо, правда, и род человеческий продолжать. Но в чем Лариса права, я к этому присоединяюсь. Конечно, тут ни алмаза, ни изумруда, ни жемчужины для вашей коллекции нет. Ну, вы не переживайте, в море еще много рыбы, будет вам золотая. Я выйду, да? Ну, то есть выходить мне, конечно, да? Выходи. Если ты не пойдешь, мы пойдем. Выходи давай. Ну, кстати, да. По-хорошему. Да. Мы тебя в общем, берем в любом случае. Такой мужчина всегда пригодится. Всех троих. Василиса. Да не нужно быть ясновидящими, чтобы сказать, что, конечно, ни с одной из девушек, которые сегодня были, у вас ничего не сложится. Венера в весах в вашем гороскопе. Вам всегда будет мало женщин. Вам всегда будет казаться, что еще чего-нибудь было бы неплохо. А вот глазки от этой и качество другое. Вот всегда будете недовольны до конца. Мне кажется, что пора избавляться от вот этой какой-то жадности такой к деталям, которая вас толкает все время на поиски. Все-таки какую-то выбирать. Я бы советовала выбрать последнюю Марию, потому что это традиционный выбор. У нас все время мужчины выбирают тех, кто моложе, а не тех, кто красивее, умнее и соответствует требованиям. Поэтому Мария. Как ты думаешь, он к нам зайдет, выберет тебя? Я думаю, что 50 и 50. Ну, а если он зайдет и выберет, ты выйдешь? Я выйду. Слушайте свое сердце, мы вас поддержим. В любом случае, Мишечка, идите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 44. Ольга, 25 лет, номер 1138. Менеджер в автосалоне. Мечтает прыгнуть с парашютом и погрузиться с аквалангом. Ищет мужчину, который способен удивлять женщину. Александр, 32 года, номер 1139. Газовщик. Занимается легкой атлетикой и бодибилдингом. Играет в футбол. Ищет интеллигентную девушку, которая не будет сидеть дома, сложа руки. Мы не знаем, выйдет Михаил один или с избранницей. Выходите все из комнаты, давайте его поддержим. Ой, вы так уверенно идете, так приятно на это смотреть, вставайте рядом. Очень рад. Я тоже, очень приятно. У нас есть пара, Михаил и Мария. Если вы хотите оказаться на месте наших героев, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Я Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Спасибо, удачи.